Раз в 3 месяца глава города Анатолий Пахомов проводит расширенное совещание, чтобы со всей общественностью обсудить эффективность распределения бюджетных средств. В этом году началось строительство 5 школ. Только на ремонт школы на Макаренко выделено 150 миллионов рублей и 200 миллионов необходимо на новое оборудование. Также будут построены детские дошкольные учреждения. 15 марта сдадут в эксплуатацию новый детский сад на Мацесте. Это будет первый наш детский сад в этом году. Напомню, что в прошлом году мы 3 детских дошкольных учреждения построили. Также мы планируем в этом году, мы начали строительство детского сада на Хосте самой, в центре Хосты, и планируем в этом году его закончить. Да? И мы планируем еще 3 детских дошкольных учреждений строить, в этом году начать. Это ясли. Продолжится в этом году благоустройство общественных и придомовых территорий. Главы районов отчитались, где конкретно начнутся с 1 марта работы по программе «Комфортная среда». Например, в центральном районе мини-сквер запланирован в районе 23-го дома по улице Альпийская. Но глава города требует посоветоваться с жителями из вокзального района, чтобы они сами определились, где им необходимо место для отдыха. Также глава города рекомендует управлению автомобильных дорог советоваться с Сочи, какие дороги нуждаются в первую очередь в ремонте. В этом году будут отремонтированы транспортные магистрали во всех 4 районах города. Мы обследовали совместно с главами районов именно в части объектов турпоказа, социально значимых объектов, объектов к общеобразовательным учреждениям, местам захоронения. По результатам проделанной работы выявлены объемы необходимого ремонта. Общий объем более 5 500 квадратных метров. Больше всего требуется ремонт дорогам в Лазаревском районе. Сочи попал в федеральную программу «Безопасные дороги» и выделено на ремонт сочинских дорог более 800 миллионов рублей. Мы бы хотели, чтобы максимально те деньги, которые мы направляли на благоустройство, на дороги, на капитальный ремонт, чтобы они распределялись самими жителями и направлялись в первую очередь туда, где нужнее, где сегодня тоньше. Также к активному летнему сезону дорожники нанесут и где надо обновят дорожную разметку. А еще начинается работа по приведению города к единому архитектурному облику, так как это было в период подготовки города к зимним Олимпийским играм. Прошло время и многие здания, строения, сооружения, а также городские территории требуют обновления. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.